17 ноября 2020 года состоялся прием отремонтированной дороги до садоводческого товарищества «Энергетик». Администрация города утверждала, что дорога выполнена по нормативам. 14 января текущего года по обращению председателя дач «Энергетик» дорогу посетила комиссия из Хабаровска. Какую оценку поставили дороге эксперты, смотрите в следующем материале. При осмотре комиссии были выявлены нарушения, о которых они сообщили на месте. Ни заместитель главы, ни подрядчик уже не доказывали, что дорога сделана, как полагается. Чтобы обеспечить проезд нормальный, безопасный, то есть не по такой скале. Мои предложения, чтобы администрация города, совместно с подрядной организацией, проработали вопрос, чтобы здесь подсыпать ПГС. И уложить тоненьким слоем, чтобы можно было обеспечить проезд. Решить проблему администрации и подрядной организации дали до 1 мая. Но возник вопрос, на какие средства это будет сделано, ведь деньги уже выработаны в полном объеме. Если мы сейчас найдем компромисс с администрацией, прежде всего, работы должны выполняться качественно и соответствовать каким-то нормам и правилам дорожного строительства прежде всего. То есть сойдет снег, отойдет, грунт будет более-менее нормальный для работы, тогда уже, если мы опять же до чего-то договоримся, будут какие-то выполнены работы. Компромисс, о котором говорит подрядчик, это как раз денежные средства на исправление дороги. Кирилл Сергеевич Бобров высказался, что доделывать дорогу они и так собирались весной, когда просядет грунт, отсыпка планировалась. Тогда о каком компромиссе вел речь представитель подрядной организации? Рекомендация к 1 мая устранить замечания по дорожной одежде и направить еще одну заявку, мы будем направлять в Москву по поводу потопления в 2020 году, на также восстановление дорожной одежды по всему этому участку. А городская администрация в лице главы города и заместителя по ЖКХ отказались давать комментарии. Комиссия приедет еще раз в мае, чтобы провести проверку доработки дороги. Совместными усилиями председатель СНТ «Энергетик» Николая Мешкова, депутатов района и телевидения удалось добиться результата. Ведь в декабре месяце от дачников отмахивались и говорили, что дорога сделана нормально и по всем правилам. Яна Кубрушко, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».